Быстрые маринованные огурцы. Рецепт, который я люблю и использую довольно часто, не переваривая, очень долго возиться на кухне, посему предпочитаю удобные рецепты, как этот, знакомьтесь. Быстрые маринованные огурчики – это очень круто, но их вкус немного отличается от классических маринованных или консервированных огурцов, получается что-то среднее между свежими и маринованными огурчиками, приятно пахнут, сладко хрустят, попробуйте, я думаю, вам должно понравиться. В сезон огурцов, когда их много и уже не знаешь, что с ними делать, этот рецепт быстрых маринованных огурцов становится незаменимым, так как он поможет сохранить огурцы надолго и при этом закрепить их первоначальный вкус и при этом приобрести черты маринованных огурцов. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Огурцы хорошенько промываем под проточной водой или замачиваем в холодной воде в течение 10 минут. Промываем веточки укропа. В банку сначала укладываем укроп и очищенные и разрезанные пополам зубчики чеснока. Складываем огурчики, в отдельной в теплой воде растворяем соль и заливаем ею огурцы. Накрываем крышкой и оставляем на 48 часов мариноваться при комнатной температуре. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. После того, как огурчики замариновались, их можно хранить в холодильнике. Удачи! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Ингредиенты. Огурцы 1 кг, веточки укропа 6 штук, теплая вода 1 литр, соль 3 столовые ложки, чеснок 10 зубчиков, количество порций 10. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Друзья, до новых встреч!